Так, 20 февраля, высадка была здесь 3 февраля. Прошло у нас, получается, 17 дней. Рассада вся, ну не вся, вот есть у нас тут вот такое вот. Ну это поломали, это поломали, да. Это поломали? Не, поломано. Ну все здесь чудесно. Он еще растет. Сереж, да? что давали по питанию сюда после высадки? Только 13-40-13 один раз. И один раз полили. Ну, да. По-моему, поливать надо. Ну, нет, Серег, не. Еще, ну, по крайней мере, вот еще здесь шупы. Ну-ка, вот здесь вот сейчас посмотрим. Да не. Еще нет. Вот, получается, у нас прошло 17 дней. И... вся рассада у нас приподнялась, здесь не топится, было достаточно Давай, холодно. Не, видно, Сереж. Да видно, он отлично все видно. Все это у нас под агроспамом. Так она будет находиться, ну, скорее всего, пока не придет нормальная температура. Там сейчас с конца недели уже все, плюсы хорошие. Ну, вот так вот. Выращивание цветной капусты абени без отопления, высадка 3 февраля. Вот такая вот теплица. Сколько на метров? 120-124. Вот. Ну, морозы же были минус 18. Дим. Да, минус 18. Причем минус 18, вот она так, укрытая агроспамом, она выдержала. Два слоя, 42-й агроспан укрытый. Да. Два слоя.